Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами рассмотрим новую мега-халяву, которую добавили сегодня в игру, а именно, для начала мы с вами рассмотрим новую вкладочку, которую нам добавили в кланах, называется она «Битва кланов», там можно получить постоянные награды. Также мы с вами рассмотрим новые события, где можно получить постоянный костюм абсолютно бесплатно. И помимо этого, мы с вами рассмотрим события, которые доступны на сайте Midas Buy. Это сайт для пополнения, если вдруг кто-то не в курсе. Но, так как у нас сегодня понедельник, само собой, в конце ролика мы с вами узнаем победителя прошлого еженедельного розыгрыша, где мы с вами разыгрывали целых 2 Royal Pass'а. Для участия вам нужно было быть подписанным обязательно. Во-вторых, вам нужно было обязательно поставить лайк, конечно же, и написать комментарий, где вы обязательно должны были указать свой игровой ID, чтобы я мог с помощью того же сайта Midas Buy перечислить вам на ваш аккаунт ваш выигрыш, а именно 300 UC-шек. Ну, то есть нужное количество для покупки Royal Pass'а. Ну и само собой, если у нас сегодня понедельник, то я снова же запускаю еженедельный розыгрыш одного Royal Pass'а. Условия те же самые, ребят. Просто нужно быть подписанным, просто нужно поставить лайк и обязательно написать комментарий, где вы обязательно укажете свой игровой ID, чтобы я мог вам перечислить ваши UC-шки. По-другому никак. Но для начала хотел бы вам рассказать про приложение PubCash, с помощью которого вы сможете заработать себе халявные UC-шки. Просто устанавливайте себе на смартфон это приложение, выполняйте несложные задания, а взамен вы получаете коды, которые можно ввести в игре. И даже в самом приложении есть детальная инструкция по получению кодов. Ну а если вы хотите получить больше халявных UC-шек, тогда при регистрации используйте мой бонус-код. Ну а само приложение можно скачать по ссылке в описании. Ну и для начала, конечно же, предлагаю разобраться с новой вкладочкой «Битва кланов». Вот она, ребят. Она появилась у нас с самого утра. И да, кстати, не обращайте внимания на мой голос. Я просто прямо сейчас приехал с больницы. Ну, кто подписан на Telegram, Instagram в курсе, что произошло. Я не буду на этом заострять внимание. Просто хотел сказать, чтобы вы не обращали на мой голос внимания. В общем, новая вкладочка «Битва кланов». У нас такого не было. Но нам об этом говорили, если вы помните, ребят, в патчноуте, да, когда мы с вами рассматривали патчноут, там говорилось о том, что будет какая-то битва кланов. Во-первых, здесь можно получить крутые награды, как вы видите, да, здесь у нас есть постоянный скин на парашют, прикольный скинчик, именно видоизменена форма, и это мне, конечно же, нравится. Также здесь есть у нас классический кейс и 100 джишек, то есть это главные награды, которые можно получить в битве кланов. Кстати, на обложке мы с вами видим тот самый костюмчик из первого Royal Pass'а, вот он слева, да. И справа мы с вами видим костюмчик, который нам добавят в следующий классический кейс. Вот он, вы его видите. В принципе, это небольшой спойлер, да, к тому, что нас ожидает в нынешнем сезоне. Окей, по поводу битвы кланов. Что это такое? Во-первых, я зашел специально на бета-тест посмотреть, может быть, там эта битва уже открыта. И там с самого утра мне пришло оповещение о том, что началась битва кланов. Пройдите регистрацию со своим кланом, ну потому что у меня там свой клан, да. Я так предполагаю, всем владельцам кланов тоже пришли такие сообщения, чтобы они прошли регистрацию. Здесь просто вот такая вот кнопочка, регистрация. Если у меня получится, я добавлю именно видос, как я это прошел на бета-тесте. Ну, чтобы вы понимали, каким образом, да, проходит эта регистрация. Но это не самое интересное. Самое интересное то, что эта битва кланов будет доступна только через 5 дней, во-первых, да. То есть даются 5 дней для всех, чтобы они успели зарегистрироваться. И именно тогда для вашего клана подберет сама игра другой клан, с которыми вы будете соревноваться. То есть, во-первых, у нас будет вот такая вот вкладочка, где у нас будет матчи со штурмом базы. Как у нас здесь написано, все члены клана захватывают базы и завладевают припасами, чтобы добиться окончательной победы. Здесь у нас, как видите, несколько матчей, то есть первый, второй, третий, четвертый. И, как я уже понял, за определенные миссии, которые здесь у нас указаны, ну, вы видите, да, сыграть классический матч и так далее, ну, стандартные миссии, мы с вами получаем монетки.
Эти монетки у нас, как я уже понял, накапливаются, да, видите, слева, к примеру, там 450 монеток. И, само собой, у какого из кланов больше этих монеток, тот, в принципе, и выиграет, как я уже понял. А сверху мы видим шкалу, да, видите, какой из кланов преобладает на данный момент, синим и красненьким. Плюс к этому здесь еще есть дополнительный какой-то кейсик, который можно будет получить. Я так предполагаю, там тоже будут какие-то еще дополнительные награды. Дальше у нас еще будет возможность именно участвовать в ежедневных схватках. Здесь у нас указано, что нам нужно выполнять ежедневные задания, чтобы получать очки и вносить вклад в битву за базы. То есть вам нужно будет снова же катать как можно больше, накапливать опыт и, само собой, эти очки, которые помогут вашему клану вырываться именно вперед. Ну и плюс к этому, прямо сейчас мы с вами видим награды, которые можно будет получить в этой битве. Для начала мы с вами видим сверху вот эту вот шкалу, да, которая при заполнении будет позволять нам забирать награды. В принципе, здесь джишки, здесь у нас ящик припасов, премиум кейс, краска. В принципе, нужные вещи, они, конечно же, не помешают. Ну и далее мы видим с вами именно награды. То есть мы видим финальные награды для победителей и для тех, кто проиграл. Я имею в виду именно в битве кланов. То есть есть два клана, да, вот на данный момент у меня клан масонов. И будет другой клан, которого нам подберут, да, через 5 дней. И если мы выиграем, то мы все получаем, как я уже понял, вот такой вот постоянный парашютик, да, классический кейс и еще джишки. Если мы вдруг проиграем, тогда мы получаем временный скинчик на парашют, фрагменты купонов и меньше джишек. В принципе, все достаточно ясно и понятно. Поэтому, ребят, если вы находитесь в клане, обращайтесь к своему лидеру клана, пускайте он тоже пройдет регистрацию. Там ничего, повторюсь, сложного не нужно делать. Просто нажать на кнопочку регистрация и все. И уже, в принципе, через 5 дней мы с вами узнаем, кто против кого будет играть. Ну, я имею в виду про свой клан, да, и вы про свой клан. И, в принципе, можно будет участвовать в этой битве и заработать себе, почему нет, вот эти все халявные награды. Но это еще не все. Битва кланов — это хорошо, но нам сегодня в игру добавили еще одно новое событие. А вот оно, ребят. Cell Matrix. Здесь вам нужно, снова же, выполнять миссии, да, завершить один матч, завершить три матча, выживайте в течение 45 минут, убейте 10 врагов и победите, попадите в топ-10 в 5 матчах. Конечно же, джишки, фрагменты — это хорошо, но здесь есть у нас вот такие вот награды, вот такие вот цветочки, да, которые мы с вами получаем за выполнение миссий. И вот эти вот цветочки мы с вами можем обменять, во-первых, на бипишки, во-вторых, на джишки, мотоцикл, почему нет популярности, фрагменты классического купона, карточки RP, очень нужная вещь, да, можно себе обменять 5 штучек. Ну и, как я уже говорил ранее, что самое интересное, вы можете здесь получить вот такой вот постоянный костюмчик, постоянный. Это, в принципе, как вы знаете, редкость для PUBG, именно чтобы вам выдавали постоянный костюмчик. Он называется «Полицейский будущего». В принципе, выглядит очень даже неплохо для бесплатного скина. Поэтому вам нужно накопить 600 вот таких вот цветочков, и тогда вы сможете забрать себе этот костюм. Событие доступно, как видите, 20 дней, да? И в день мы с вами можем собрать... Получается, у нас тут 32 вот этих вот цветочка. То есть, по-любому вы можете собрать себе конкретно на костюм, если вы хотели бы себе костюм. Также здесь есть еще и купон костюма, да, скидочный на 200 UC-шек. Но это уже, если вы донатите в игру. А так, если вы не донатите, абсолютно бесплатно получаете вот такой вот постоянный костюмчик. Очень даже неплохая награда. Ну а прямо сейчас мы с вами переместились на сайт Midas Buy. Сразу же хочу сказать, ребят, это не реклама. Просто очень много ребят мне скидывали вот эту вот рулеточку, которую добавили на этот сайт. Вы ее имеете возможность прокрутить, если задонатите больше 200 UC-шек на свой аккаунт. То есть, если вы купили себе UC-шки, вам дается возможность прокрутить вот эту вот рулеточку, да? И вы можете себе выиграть или 116 UC-шек, или вот такой вот головной убор постоянный, или вот такой вот костюм постоянный, еще один костюм, еще один головной убор, вот этот вот костюмчик, или 16 UC-шек, или 11 116 UC-шек.
И почему я решил все-таки показать? Потому что, ну, это событие давно, да, добавили. Но мне ребята, в принципе, писали об этом, говорили о том, что вот есть такое событие, зайди, посмотри, покажи. Но сегодня с утра мне подписчик скинул скрин, что он выиграл 11 116 UCH. Поэтому, не знаю, если вы донатите в игру, само собой, есть смысл этим воспользоваться, да? Это не реклама, повторюсь еще раз, не донатьте в игру, ребят. Просто хотел вам показать, что есть вот такая вот возможность. Почему нет? Возможно, кому-то из вас повезет, если он зайдет именно через сайт и себе задонатит. Ну и, как и обещал, сейчас мы с вами выберем победителя прошлого еженедельного розыгрыша. Но если быть точнее, мы с вами выберем двух победителей, потому что на прошлой неделе мы с вами разыгрывали целых два РП в честь выхода нового Royal Pass. Загружаем данные. Разработчики изменили даты конца первого сезона. Как я уже говорил, ребят, для участия вам нужно было быть обязательно подписанным, обязательно поставить лайк, обязательно написать комментарий, где вы укажете свой игровой ID, чтобы я мог вам перечислить, само собой, UCH-ки. Ну что ж, давайте выбирать победителя. Нажимаем «Выбрать случайный комментарий». Есть. Проснулся, тут у DreamPubg видос вышел. И айдишка. Поздравляю, Хасден, поздравляю тебя. И давайте выберем еще одного победителя. Спасибо за информацию, очень помогаешь. Константин, поздравляю, в принципе, красавчики. Оба написали айдишку, айдишка имеется. Поздравляю, ребят, вы выиграли каждый по 300 с чем-то UCH-ек, да, сколько там перечисляется через Midasbuy. Ну, грубо говоря, по РП. С чем я вас и поздравляю. Ну а на этом, в принципе, видос заканчивается. Если вы не выиграли в розыгрыше, не разочаровывайтесь, ребят. Просто участвуйте в нынешнем розыгрыше. Всем желаю удачи. Если видосик вам понравился, был интересным и полезным, обязательно поддержите его своим царским лайком. Также не забывайте подписываться, чтобы не пропускать самые свежие и полезные видосики. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Dream. Всем топ-1.